В школах искусств Славянского района обучается немало одаренных детей. Для них участие в конкурсах исполнительского мастерства очень важно и нужно, потому что не только стимулирует к хорошей подготовке, но и позволяет чувствовать себя увереннее, выступая перед слушателями. Представители 6 школ Красноармейского и 4 Славянского района собрались в Славянской школе искусств имени Григория Пономаренко для участия в зональном этапе краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств. Для одаренных ребят такой конкурс – прекрасная возможность не только показать результаты обучения, но и заявить о себе, а также творчески посоревноваться с другими исполнителями. Ждут этих конкурсов, они стараются проявить себя на этих конкурсах, показать работу преподавателей своих, работу школ. Также они везде участвуют, во всех, наверное, городских мероприятиях их ставят. Ну и также вот этот конкурс проводится для того, чтобы отобрать детей на краевой конкурс. Участию в конкурсе предшествовала серьезная подготовка, где трудно переоценить роль преподавателя. Уровень проведенного этапа конкурса высоко оценивается профессионалами. Достойный уровень конкурса проводится сегодня. Все участники как бы показали себя очень с хорошей стороны, профессиональной. После подведения итогов среди исполнителей на деревянных духовых инструментах 4 славянцев получили дипломы первой степени, 4 второй и 1 третьей степени. Среди медных духовых были выданы 1 диплом второй степени и 2 третьей. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».